Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Forza Phone, который продлится с 20 по 27 октября. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта, называется оно «Открытые пространства». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику «Дровосек» 10 раз. Ну а для выполнения этой техники вам необходимо найти сухие пеньки или дрова. Очень много их рядом с фестивальной площадкой, неподалеку от моста в низине. За следующее испытание можно получить 45 тысяч кредитов, а называется оно «Сметая все». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику «Крах» 25 раз. Ну а для выполнения техники вам достаточно разбивать объекты. На мой взгляд, одна из самых легких техник. За следующее испытание можно получить призовой автомобиль, а называется оно «Нет никого лучше». Для его выполнения вам понадобится автомобиль марки Mercedes. Но чтобы выполнить испытание, вам необходимо найти драйватара в свободной гонке и завершить с ним 3 заезда. За последнее испытание можно получить 3 призовых игры, а называется оно «Для вас все самое лучшее». Для его выполнения вам понадобится автомобиль, который вы выиграли в прошлом испытании. Ну а для того, чтобы выполнить это испытание, вам достаточно выиграть гонку на этом автомобиле. Ну а главный приз за этот Forza Phone — это Mercedes-Benz A45 AMG с бонусом на кредиты. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Forza Phone, который стартует 27 октября. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.